Всем привет, всем доброго дня. Ой, хочу вам показать свои растения и пожаловаться. Цветут красиво розочки. Но у нас такая жара, что они не успевают расцветать их. Солнце сжигает. Вот посмотрите, это вчера расцвела. Обычно в эту пору не бывает такой жары. Вот здесь вот еще посеяла портулак. У меня здесь всегда растет, мой сеется сам. Но в этом году я решила его прополоть. Но не именно его, а вот из-за вот этой травы. Вот видите, какая-то кислица, по-моему, дикая. Она еще так все тоже тут, все-все мне здесь забила. Я тут прополола. В общем, заполонила, как я говорю. Но вот здесь вот я до нее, конечно, не добралась. Она опять разрастется. И вот пришлось мне и портулак вместе с ней удалить. Ну, идем все-таки. Покажу вам пиончики. Вот здесь в тени они еще у меня цветут. Ну и то розовый уже пожух, потому что он как-то раньше зацвел. А вот белый. Белый меня прям порадовал. Шикарно цветет. Ну, его тоже кто-то ест. Хотя уже и брызгали, но листики все время объеденные. Хрумкает кто-то его. Ой, какая красота. И душистые такие цветочки у него. Прямо ароматные. Вот жаль, конечно, что не все лето цветет. А так, конечно, я любуюсь. Я люблю пиончики. Да и вообще все цветы люблю. Тут у меня заросли. Скоро розочки зацветут. Вот здесь в тени. Они чуть-чуть попозже зацветают. Вот светлая розочка. Лилия на подходе. Скоро лихнис своими огоньками порадует малиновыми. Ну, а это моя кисуня, как всегда. Куда мама, туда и кисуня. Да, снежин. Мамин хвостик. Какая же она красивая. Такие нежные-нежные у нее цветочки. И тоже нежный аромат. Ну, вот прямо ванилькой, что ли, пахнет. Красивое растение такое. И пчелки все время над ним днем. Вот я сколько раз видела, что здесь пчелки над ней летают. Дикие. Вот даже одна приземлилась. Ой, как не любоваться. Как можно не любоваться этой красотой. Скоро ромашки зацветут уже. Вот-вот. Конец мая, начало июня. А температура у нас уже как августовская. Ну, это ужас какой-то. Тут поливаешь каждый день, все это выветривается суховеем. В общем, жареное солнце у нас наступило. Тут все такое вялое. То плакали, то у нас холодно было. Конец мая была холодина. И вот, верите, так резко наступила жара. У нас практически не бывает весны, как я говорю. Постепенного перехода на весну не бывает. Вот бывает либо холодно и сразу жарит нас. И сейчас я вам покажу температуру, чтобы вы посмотрели и поверили. Сейчас я вот заберусь сюда. Вот, представьте, у нас сейчас такая температура. Это в тени. 37 градусов в тени. 31 мая. Так, надо еще слезть отсюда. Залезла на лавку. Хоть не убиться. Это просто кошмар. И тут вот розочки. Столько бутонов. Но им очень жарко. Ну что, это солнце их вот палит. Они бедные, скрученные, вялые. Растения не выдерживают. Пионы мои уже вон пожухли. Поразвалились, еще ветер помогает им. А здесь вот посадила кустарники.
Ну и что это? И поливаю их по два раза на день. На солнце, наверное, градусов 45. Ромашки тоже вялые, вялые. Все вчера вечером поливала. И ничего, уже не видно, что тут полито. Вообще не видно. Ой, еще сегодня, сейчас вам покажу тепличку. В тепличке тоже растениям не позавидуешь, там тоже очень жарко. Вот сегодня натянули сетку на теплицу, потому что мои растения в теплице тоже начали подгорать. Укроп уже обрезала, вот еще лежит, никак не приступлю к нему. Вчера обрезала, и вот нужно будет его посушить. Но мне кажется, сеткой намного лучше, потому что растениям даже комфортнее так. А то вообще у меня баклажаны, вон, видите, даже пятнами стали покрываться от солнца. Ну что, палит солнце, горят. Растения горят. Вот такие у меня тут уже огурцы. Этот, наверное, уже надо будет завтра сорвать. Вон еще на подходе. В общем, огурчики мои растут. Помидорки цветут. Но что-то я еще пока не вижу на помидорах завязи. Наверное, это все-таки не ранний сорт. Чуть-чуть попозже будут. И тоже вот листики крутятся. И это вот от жары. Ну что, это все от жары. Перчик цветет, но тоже листочки, смотрю, у него подвяли. Но вчера еще хуже было. Все-таки сетка защищает от этих лучей, от жгучих. То ли еще будет, все-таки лето только-только начинается. На днях высадила свои экзоты. Вот нашли с мужем, вот здесь место. И вот тоже сухие-сухие. Вечером полила. И уже они у меня опять высохли. Вот они, мои растишечки. Это вот маракуйя. Тут 4 кустика высадила. Было, конечно, у меня больше, но я раздала. Маме дала, сестре двоюродной. Тоже пускай выращивают. Сделали вот такую сетку на заборе. Это вот Саша тут смастерил, прикрепил ее, потому что маракуйка, она вьющаяся растение. Вот надо, наверное, взяться и прямо сейчас полить. А вот видите, у меня здесь насыпано эти голубые гранулы. Кто-то начал объедать мою маракуйку, вот видите. Ну вот Таня экзоты, которая мне присылала семена, она сказала, что ее очень-очень любят улитки. Вообще улитки такие вредители. Ну вот я купила вот такой порошочек и вот рассыпала вокруг. Ну не знаю, вот мне кажется, вот это уже свеже надкусано. И вчера даже побрызгала, вот побрызгала все вот здесь вокруг B58. Очень много вредителей. У меня уже там вот картошка, несколько кустов. Картошку прямо жук уже съедает. И вот знаете, моментально. Вроде вот только полола, там все чисто было. Вчера как посмотрела, а там уже 2 куста, наверное, объедены от и до. Такие прожорливые жуки. Ужас. Вот только успеваешь, чтобы поливать да обрабатывать. Не знаю, урожай будет или нет. Но... А вот возни, конечно, очень много. Тут вот мои петуньки тоже. Ну тут растут. Тоже кто-то жрет их. Вот листики объеденные. И здесь рассыпала от улитки. И просто брызгала. Да, конечно, очень много дел сейчас. Тут же еще затеялась с переездом в летнюю кухню. Обои поклеили еще неделю назад. И что-то все как-то некогда. То похолодало. И я отставила переезд. А вот эти дня 3, наверное, настолько жарко, что
решила, надо все-таки по-быстрому наводить там марафет и переезжать. Там у меня и кондиционер есть. Ну, вот такие дела. Бедная моя собачка. У тебя водичка там хоть есть? Бимочка. Бимочка спряталась, а я в будке ее ищу. Бимочка вот тут вот сидит, от жары тоже прячется моя собачка. Привет. Бедная худоба, не знает, куда уже прятаться, да, от такого солнца жгучего, палящего. Ирисы тоже не подсвели толком. Ветер все повалил, а теперь еще и солнышко истрижарит. Вот так вот уже нужно будет браться все это обрезать. И пиончики тоже жалко. Солнышко их, конечно, пожгло. Вот здесь вот подсеяла вьюны. А то что-то у меня арка пока что голая. И не знаю, будут или нет. В общем, вчера подсеяла. Уже все опять высохло. Вот поливала, утром поливала. Все высушил, ветер, солнце. А вот здесь вот увидела, что у меня сходят свои вьюны. Как они называются, забыла. Ипомея квамоклит. Такие красивые. Они бывают как звездочки. Здесь вот тоже посеяла. Но пока что еще, конечно, рано. Вот этот вот кустарник тоже посадили вот с мамой недавно. Но этот принялся. Вот так вот. Холодно-холодно. И сразу на тебе. 37, а то и 40. Ну, на солнце тут, наверное, всех 45. Такой вот я круг почета сделала. А вот уже урожай клубники. Ну, правда, это не у меня. У меня клубники нет. Это мама меня угостила, привезла. И вот я сейчас сижу, буду заниматься укропом. Покрашу укропчик на сушку. И буду клубничку наяривать. А еще сделаю себе масочку. Как же без масочки? Как всегда, облачилась в свою шапочку. И буду сейчас делать масочку. Угу, вкуснятина. Девчонки, кто делает такие масочки? Я люблю. Ну вот я люблю именно с клубники и из огурца. О, какая красавишна. Натурпродукт. Недавно купила себе маску, ну такую косметическую. Фирма Комплимент с персиком и с личи на розовой глине. Ой, девчонки, знаете, как она мне нравится? Я как-нибудь вам ее покажу. У нее такой приятный запах. Она такая, вот знаете, правда, фруктовая, пахнет вот чем-то, то ли персиком. Вот. Ну нет, может быть, даже не персиком, а вот. Ну вот есть там такие нотки. Ну, вот какого-то такого немножко кисленького фрукта. Персик, он же как-то не кислый. Ну вот не пойму я, чем пахнет. Но я вам покажу ее как-нибудь. Ну вот, немножко посижу. Побалдею, клубники поем. Укроп покрошу. Еще мне надо будет полить цветочки свои. Вчера еще срезала его и вот так вот в пакетик сложила. Там водичка. И он, видите, как свежий. В холодильнике пролежал сутки. Спасибо, что смотрели мое видео. Всем желаю добра, удачи, хорошего настроения. Вы были на канале Наталья Просто Живу. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Я буду вам очень благодарна. Ну и до встречи в следующих видео.